Привет, друзья! Перед нами телефон Moto G8 Power Lite, и в этом видеоролике мы вам покажем, как просмотреть характеристики данного телефона и как узнать информацию о нем. Чтобы это сделать, нам нужно скачать с Play Market приложение, которое называется CPU-Z, и скачиваем его. Оно бесплатное, но в нем время от времени может выскакивать реклама. С помощью него вы можете узнать модель своего процессора и другие вещи. Сейчас мы вам это покажем. Здесь, как вы видите, у нас в верхней части показывается наш процессор этого телефона, модель телефона, количество ядер в процессоре, архитектура процессора. Также нам показывает мощность ядер в нашем процессоре, а также нагруженность каждого из ядер в данный момент. Когда мы что-то нажимаем, обычно оно увеличивается, когда мы не трогаем, оно уменьшается. Дальше мы переходим в пункт девайс, где мы видим модель нашего телефона, также производителя, разрешение нашего экрана, количество памяти на телефоне, а также количество свободной памяти на нашем телефоне. В пункте система мы видим версию Android, версию прошивки нашего телефона. Также мы можем просмотреть состояние батареи нашего телефона, это довольно-таки важный пункт. То есть здесь в пункте Health у меня написано Good, это значит, что моя батарея не изношена и она практически новая, можно сказать. У вас же здесь может быть написано, что ваша батарея уже изношена и вам бы стоило ее заменить. И именно из-за вашей батареи телефон довольно-таки быстро разряжается, то есть это приложение проводит тест вашей батареи. Также в пункте «Статус» мы видим, заряжается наш телефон или разряжается. Также технологию батареи, температуру, а также объем нашей батареи. В пункте «Thermal» здесь у нас, если есть какие-то датчики в телефоне, здесь показывается температура разных процессов в нашем устройстве. Это очень странно, потому что здесь у нас написано температура батареи 37 градусов, а здесь оно не высветляется, хотя должно высветляться. Это, думаю, какая-то ошибка. Также здесь есть сенсоры на данном телефоне, которые тоже рассказывают нам о нем. И в принципе на этом все. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Советуем вам скачать самим это приложение и подробнее разузнать о нем и о своем телефоне. Всем пока!